Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Ваше общественное телевидение». Программа «Честь имею» и я, ее ведущий, Алексей Краев. Ну, сегодня, как все вы прекрасно знаете, необычный день. Вся наша страна и все православное человечество празднует праздник Рождество Христово, с которым я вас от всего нашего творческого коллектива телеканала с большим удовольствием поздравляю. Ну, много разных праздников существует у нас в стране. Есть праздники надуманные, есть праздники непонятные, вот, есть праздники узкопрофессиональные, но есть такие даты, которые являются фактически всенародными, не навязанными нам никем, понятными. Это такие, как Новый год, который мы недавно с большим удовольствием встретили и отметили. Это День Победы, который, дай Бог, мы будем всю свою жизнь отмечать и помнить, какую великую победу одержал наш советский народ в войне с фашизмом. И, конечно же, сегодняшний праздник – Рождество Христово. Я вот его помню с самого детства, даже еще в советское время, когда не приветствовалась у нас вся эта церковь в стране была отделена от государства, нас воспитывали атеистами, но тем не менее этот праздник мы всегда с удовольствием отмечали и в семье, и во всей нашей стране. Ну а сегодня у нас гость, замечательный человек, как он сам про себя мне по телефону сказал, я, говорит, человек-трансформер. Николай Перегабрий, я с большим удовольствием вам его представляю. Добрый день, дорогие друзья. Я, как Алексей, тоже вас поздравляю с этим замечательным праздником, который на протяжении многих лет от рождения и меня сопровождал, и моих родных, и близких. Вот поэтому я тоже присоединяюсь к этому и хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Спасибо, Николай. Ну, теперь я тебя в честь праздника начну задавать вопросы. Вообще, вот для тебя что является, вот этот, чем является этот праздник Рождества? Насколько он тебе близок? Немножко так. Ну, Алексей, расскажи свои ощущения. Я родился в Советском Союзе, далеко от, конечно, от России, это в Казахстан, где мои родители нас тоже как бы, ну, не принуждали, но этот праздник всегда был. И этот праздник, Новый год, День Победы, какие-то вот эти Троица, Масленица. Ну, то есть мы всегда знали об этом празднике, хоть и на какое-то время забывали их, вот, но они все равно нас сопровождали, эти праздники. Ну, то есть он у тебя в крови. Да, он у меня в крови. И бабушка меня к этому приучала, к этому празднику. Она всегда говорила, все уйдет, а это останется. Ты вообще человек верующий? Да. То есть к религии относишься? Да. Меня бабушка этому научила. То есть я был и комсомолец, и пионер. Все это было, но, как бабушка говорила, все уйдет, а это останется. Понятно. То есть великая сила атеизма не справилась, С тобой. Да, хорошо. Тогда вот такой вопрос. Ну, наша передача, несмотря на праздник, все-таки носит оттенок армейский, военный. Скажи, пожалуйста, вот не противоречит ли вере вот в Бога наша тема защиты Родины с оружием в руках? Вот, ну, чего греха таить, солдат призывается в армию, ему дается автомат, и при необходимости он из этого автомата будет стрелять, ну, в людей. Пусть они враги, но они, по сути, свои люди, да. Вот, вот как вот, да, твое мнение? Я думаю, не противоречит, Алексей, потому что многие исторические моменты, даже пускай сейчас автомат есть, раньше не было автомата, тоже брали оружие. Да? Да, оружие. И тоже шли защищать Родину другим оружием. Вот. Может быть, оружие слова, может быть, ну, другое какое-то оружие. Ну, автомат сейчас, наверное, на первом месте пока. Вот. Ну, тоже надо защищать. Ну, в общем-то, да, потому что сейчас и много и терроризма развелось в мире, и всего, поэтому нужно, как говорится, конечно, людей защищать. Ну, насколько мне известно, в армии ты служил. В армии я служил. Меня хотя не брали в армию. Да, вот, я сам попросился. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. У меня, этим, Алексей, да, немножко зрение страдало тогда. Вот. Говорю, в каком году это было? Это было 83-й, да, 83-й год. Ой, сколько уже времени много. Тоже. Много, да. 83-й год, я как раз год, как закончил военное училище, уже офицер. В 83-м году меня призвали, в 85-м я демобилизовался. То есть два года, да, отстрелялся. А, честно. Ну, да. И говоришь, по зрению тебя не брали? Не брали, но... да. Вот, ну, не а каким брали. Образом взяли все-таки? Ну да, я пришел как бы вот на комиссии, сказал, ну я же могу ведь и
пригодится и по другому поводу. Я и пригодился, по первому образованию у меня курсы кулинара. Я говорю, я же могу поваром быть. Хотите? Я говорю, да. Ну, тогда берем. Вообще, вот интересно, в последние годы очень актуальная тема среди молодежи откосить от армии в наше время, современное. И все правдами и неправдами, я не говорю про всех, но очень многие правдами и неправдами пытаются там купить себе билеты военные, вот, прятаться, повестки не получать, там их ходят, ищут всех, все прячутся, уклоняются от службы. Ну, многие, как говорится, не секрет. Вот. А ты вот все-таки в то время, наверное, другой менталитет был у молодежи, да? Да, тогда хотелось мир посмотреть еще, а армия, она, наверное, давала тогда такую возможность, потому что, ну, если бы я не пошел в армию, наверное, бы и остался бы в этих степях Казахстана. Угу. Поэтому армия мне дала очень много. Она меня закалила, она меня настроила. Ну, представь себе, Алексей, из города Караганды мальчик с трехчасовым сменой времени отправляет в Мурманск. Сначала, конечно, наверное, месяца 2-3 было трудно. В каких войсках служил? Войска чудесные, стройбат. О, это два солдата из стройбата заменяют экскаватор. Да. Там много всяких смешных анекдотов про это. Ну, может быть, не все можно говорить, но... Ну, а какие-нибудь можешь вспомнить? Или какие-то интересные истории рассказать из своей армейской жизни? Ну, какие интересные истории? Очень много. Засыпал на ходу, потому что 3 часа, молниеносный как бы перелет, переезд из средней полосы Казахстана на север. Да, почти край. Засыпал на ходу. В самом Мурманске, да? В самом Мурманске, у памятника Алёши. Да, здорово. Ну, специальность, конечно, у тебя очень хорошая. У меня еще в программе здесь не было ни одного повара. Вот. Я когда-то на одном мероприятии со сцены спросил, вот кто мне может сказать, какая самая распространенная военная специальность, имел в виду военного шофера, потому что это... Ну, автомобили во всех видах вооруженных сил имеются. Вот. И, естественно, таких людей много очень. Угу. Специалистов, шоферов. Вот. И мне из зала крик «Повар!». Я даже не ожидал услышать такой ответ. Это такая профессия в армии, которая... Это очень важно. Она нужна, она необходима, потому что наблюдал глаза молодых солдат, которые приходят вот из других регионов, допустим, привезли, из другого региона привезли его, и он... Вот этот стресс, и он, конечно, хочет покушать, и надо сделать так, чтобы он был сыт. Ну вот, стройбат вообще, конечно, ты сейчас сказал, я вспоминаю, что там всегда очень много бардака было вот такого еще в моей бытности. Я сталкивался со строителями. Ну, если присмотреться, Алексей, бардак и в других местах бывает, да. Ну, в стройбате немножко побольше. Немножко побольше, да. Ну, тебе вот армия запомнилась вообще вот с тех лет как в основном больше положительная или... Ну, больше положительная, конечно, есть. Я и в армии, конечно, вот по моей дальнейшей, моей жизни, как бы я должен был поступить либо в театральный институт, либо... ну, так судьба распорядила, что я поступил в институт культуры, тогда Академия культуры. Вот. Ну, и в армии я, конечно, тоже занимался культ просвет работы, как тогда это называлось. И вот смешной случай, когда нужно было на 23 февраля сделать какой-то маленький спектакль «Дал солдат». Мы... и там флаг должен быть. А где же? Это сейчас можно купить флаг. Какой? Да, флаг. Ну вот боец выходит с флагом. Ну, красный да, флаг, да, да, да. Вот. Это сейчас можно купить в любом магазине. А тогда этого не было. Вот. И мы на свой страх и риск, не подумав о последствиях, сняли с флаг что-то, части флаг. Играем этот спектакль, входит дежурный по части, и должна была быть тревога. Это ЧП. Ну, конечно. Снят флаг с части. Вот. И когда этот командир видит, что этот флаг уже на сцене, он развернут, что там идет действие театральное, он мне показал кулак. Ну, в общем, обошлось без губфахты. Потому что только хотел спросить, суток 10 дали? Да, да. Могло быть и так. Могло бы, да.
Понятно. Ну, раньше действительно, сейчас дисциплинарный устав абсолютно бестолковый, да, в наше время. Тогда раньше это серьезно было, да. Опасно. Сейчас солдата никак не накажешь ничем, потому что выговор, строгий выговор, ну, там да. Все практически. Ясно. А вот, ну, наверное, во все времена, особенно последние годы, и в то время, когда ты служил, и я служил, ну, очень много дедовщины, и сейчас она никуда не делась в армии. Вот сегодня праздник Рождество Христово, мы немножко касаемся веры. В последнее время, ну, много говорится в армии о введении института капелланов, так называемых, ну, священников армейских. Как считаешь, поможет это каким-то образом вот, бороться с этим злом, дедовщиной? Ну, Алексей, вот смотри, это... если выстоите 10 солдат, и из этих двух солдат каких-то, допустим, два будут такие вот, да, наверное, восьмерым, наверное, поможет. Двум, наверное, не поможет, а восьмерым-то, наверное, поможет. Я ну, думаю, понятно, что, наверное, если, конечно... наверное, это допустимо, наверное, это можно. То есть мешать это не будет нисколько, только положительно. Потому что, ну, в принципе, религия — это, вера — это, ну, как вот я понимаю, это личное, так сказать, добровольное дело человека. Мне даже, когда я в церкви крестил детей, я крестный папа ни одного ребенка, у меня много крестных детей. Вот. И нам батюшка когда-то один говорил, что мы, говорит, православная церковь никого, говорит, за руку сюда не тянем. Это лично сугубо добровольно. И вот я поэтому я иногда с тобой, даже... Я с тобой согласен. Даже это, такое это правильно. Понятие ввода священника там где-то в штат, не в штат, это немножко получается как насильственное, что ли, внедрение веры в армию. Ну, это, вот. Это, наверное, сегодня мы так думаем, а завтра, наверное, послезавтра это пригодится все равно. Ну, наверное. В принципе, да. В принципе, да. Хорошо. А вот когда я тебя приглашал на нашу программу, значит, спросил: Николай, вот чем ты занимаешься, твоя деятельность, вот расскажи, после армии ты поступил, значит, в институт культуры. Ну, после армии, Алексей, вот, после армии я ты, когда... Ты где, куда поступил, в каком городе? Я после армии, когда отслужил, я ехал в Мурманск, я там заключил договор на торговое судно, также поваром хотел уйти туда, моря и океаны. Вот, остановился в Петербурге, тогда в Ленинграде, у армейского друга. И думаю, первый раз я в Ленинграде похожу, посмотрю. Ну, когда еще придется? Я же больше, наверное, уже никогда не попаду сюда. И поскольку вот меня как бы сопровождает ангел-хранитель, да, я оказался в Ленинграде, и 6 февраля я был проездом в Ленинграде, а 10 февраля я уже был принят на работу. Во как. Вот так. Сейчас бы в наше время так устраиваться на работу. Причем, да? Причем красиво, официально, ну, почти опять в погонах. Я должен был быть в первой пожарной части работать на петроградской стороне, да. Вот. Но опять там же что-то не получилось по медицинским документам, и я ушел строителем. Я был закончил. Все-таки стройбат. Да, 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 да. Не оставил награды. Да. Вот. И после, работая вот на стройках Ленинграда, я пытался поступать, пытался учиться. Хорошие люди мне попадались в жизни, они мне помогали. И вот так свершилось, что много лет спустя я поступил в Институт культуры. То есть не сразу после армии? Не сразу, конечно, да. То есть я привык к Петербургу, но и... Я не останавливал свой образовательный уровень, потому что, ну, с Казахстана мальчик приехал, он же, ну, что я знал? Кроме как газета «Сельская жизнь» и журнал «Советский воин», я ничего не читал. Поэтому люди, которые мне встречались, безумно обаятельные, очаровательные, они мне помогали поднимать культурный уровень. Вот я, живя в Ленинграде, попал в такой замечательный театр, и в этом театре я... Хорошо поднял свой вот этот уровень, много знаю, много читаю, много знаю наизусть. Каких-то... Что за театр? Ну, это вот такой маленький театр, который возил по воинским частям
Типа шапито такого, да? Да, 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 да. По воинским частям возили спектакли, где зритель обязательный, всегда его приводили строем, он садился и слушал нас. Был ли это Моцарт и Сальери Пушкина, или это Лермонтов, или это Блок. Вот. Ну, вот. То есть ты актером был? Я уже изначально был готов как актер. Видишь, как наш человек, кажется, ты даже и после окончания своего этого вуза все равно в армию тебя... Алексей, как говорят известные люди, профессию не обманешь. Профессию не обманешь. Понятно. Ну вот опыт армейской службы в твоей деятельности пригодился? Пригодился, конечно. Культурный именно. Да, и культурный, и вообще как бы, ну вот... То, чем я сейчас занимаюсь, ну, наверное, если нужно встать 5:30 и ехать на мероприятие, я встану 5:30. То есть ответственность и пунктуальность. Да, да, да. Да. И, и это зарядка, да, потому что армия, если проспишь, не приготовишь завтрак, как было у меня однажды, когда за полчаса должны прийти батальон на завтрак, а у меня завтрак не готов. Я его проспал. Ну, это все. Это катастрофа. Конечно, солдат в армии должен быть одет, обут, вооружен, но даже если это все будет, будет голодный, воевать он не сможет. Это поэтому я вышел. Можно воевать без оружия, в лохмотьях, босой, но чтоб сытый был. Да, чтоб здесь что-то было. Это правильно. А в жизни так кулинаришь? Вот, конечно, все друзья, знакомые, если где-то какие-то посиделки. Не бросил это. Да нет, я стараюсь, так сказать, где-то что-то. Конечно, современной кулинарии я уже, так сказать, намного отстал, если заниматься этим постоянно, регулярно, да. Наверное, бы, так сказать, мог какие-то делать очень вкусные. Ну, плов узбекский смогу приготовить. Mm-hmm. Вот вся национальная, скажем, кухня, да, там из каких-то по одному-два блюда могу приготовить, угостить. Так что приглашаю в ближайшее время. Спасибо, ловлю на слове. Ловлю на слове. Но я вообще сторонник такой русской кухни. Меня один раз друг пригласил в китайский ресторан, давай, говорит, я тебя угощу лягушечными лапками. Ну, я сидел, их ел, вот. Он, ну как? Я говорю, знаешь, Илья, мне вот сейчас я ем эти лапки, а в мечтах чебуреки, пельмени. Вареники. Вареники, да. Так вот, сейчас вот твоя работа, или чем ты сейчас занимаешься в наше время? Я сейчас перешел как бы вот в такое пространство, обнаружил просто для себя его, как ну, у многих актеров есть какая-то своя ниша. Вот, я эту нишу нашел. Вот. У нас большая армия актеров-аниматоров. Вот. Ну вот мы вдвоем с моим партнером, который сейчас где-то отдыхает, занимаемся тем, чем вот, развлекаем детей. Огромная масса материала, которым мы владеем, огромная масса всяких трюков, игрушек, погремушек, которыми можно, так сказать, на 45 минут, на 1:15 порадовать. С детьми работаете? С детьми, да. То есть вся моя вот, жизнь вот, на этот период, она связана с детством. Вот, то есть иногда ребенку нужно что-то рассказать, анекдот буквально недавно произошел, поскольку кудри у меня... За это заметно. Да. Конечно, не использовать это было бы неправильно, поэтому иногда выхожу в образе Александра Сергеевича Пушкина. Угу. Честно к этому иду, никаких плохих вещей я не делаю, ну, только со школьником. А я еще думаю, где раньше тебя видел? Да. Задаешь ребенку вопрос. Друзья мои, скажите, пожалуйста, хоть и по одной строчке из Александра Сергеевича. И все говорят одно. У Лукоморья дуб зеленый. Угу. 50-й, 60-й ребенок. Все говорят, у Лукоморья дуб зеленый. Ну, масса же всего другого нет. И вдруг я решаю зайти с другой стороны. Я говорю, мои юные друзья, а скажите... Из какого металла была сделана цепь у лукоморья, которая дуб? Пауза. Один такой стоит и говорит, из чугуна. Из чугуна? Да, из чугуна. Ну, вот такие все. И ради этого дети, они не дают останавливаться, они не дают забываться, они не дают тебе права уставать. То есть для них постоянно, и ты живешь этим, как бы, ну, ощущение того, что, да, это нужно, наверное.
Ну, дети, наверное, это, конечно, наше самое дорогое в жизни, что у нас есть, да, и ради чего мы и защищаем нашу родину с оружием в руках, чтобы поэтому дети наши росли счастливыми. И приходится этим детям иногда вот подсказывать. Иногда смотришь на количество, 10 детей, опять же, да, вот 9 могут сказать нет, а 2 двоих нужно сопровождать. Все 9, 8 дойдут, а вот двум надо помочь. Понятно. Рождество как ты справляешь обычно? Где? Или по-разному? Ну, бывает, наверное, и работать приходится. И работать приходится, но стараюсь выбраться в церковь, конечно. Там. Да. Вот. А так в кругу родных, друзей, близких, если да, такая возможность есть, да. А если нет, то где-то с кем-то, кому-то помочь. Понятно. Ну, у актеров, артистов, как правило, праздники, да, это наоборот самое, как свадебная лошадь. Да, не будем уточнять, что в цветах. Вот. А планы какие-то у тебя на будущее, вот, связанные именно сейчас с нынешней деятельностью, или есть какие-то еще идеи? Ну, идеи вообще бывает так, что период, когда как-то бывает, что фонтанирует идея. Вот это хочется. Поэтому вот сейчас мечта выйти в образе Абрама Петровича Ганнибала. Да. Я уже попробовал один раз. Был прецедент. И поэтому надо, так сказать, много прочитать, много узнать про него. Вот. Удивительный человек был. Поэтому вот надо этим заняться. Вот это пока что самое главное. Понятно. А вот образ Пушкина сейчас, наверное, такой один из основных, да, который, ну, будем говорить, из великих наших литераторов, поэтов. А стихи какие-нибудь? Ну, Алексей, стихи, наверное, все многие знают. Не надо Онегина наизусть. Нет, Онегина, конечно, не буду. У нас времени сегодня бы не хватило. Точно. Я две главы, которые знаю, мечтаю все 8 знать, конечно. Вот, ну, пока хватает только... Ну, читаю регулярно, постоянно, тренируюсь, ищу подходы, как, где быстрее по строфам выучить. Вот. Я, наверное, не прочитаю Пушкина, потому что Пушкина очень много знает, у каждого Пушкин свой, но я прочитаю одного современного автора. Она уже покойная, но безумно хорошая. Можно? Ну, конечно, можно. Ну, как на празднике таком без Пушкина? И думать не годится, где, как ни в творчестве моем, так город чудно отразился. Хочу поспорить я с Петром, который главную заслугу свою как будто видел в том, что дал рождение Петербургу. А я считаю, что сначала в России славу заслужил великий Петр, что Ганнибала в России хладный приютил. И в результате, кровь живая, старинный род отсовлилась, я родился. Соединяя холодный ум и сердце страсть. Тех перечислить, что кормушку сумел устроить из меня, я не могу. Не будет Пушкин считать себе не из меня. С Петром считаться это дело. И здесь жалеть не стоит сил. Он Петербург сделал тело, а я душой наградил. Мои аплодисменты. И аплодисменты наверняка зрителей в твой адрес. А автор кто стихов? Майя Гранова. Она уже покойная. Ну, земля, как говорится, пухом, да, вечная память. Замечательные стихи, хорошие. Коль, ну вот Рождество у нас, как говорится, нашей программы идет к завершению. Вот, буквально осталось несколько минут. Какие-нибудь особые пожелания нашим телезрителям в честь праздника? Ну, всегда такой вот у меня есть такая контрамарка моя, такая визитка моя, где можно сказать, друзья мои, в этот памятный день и счастливый, мне так хочется много сказать, слов и добрых, и очень красивых, и от всей души пожелать. Счастья доброго, счастья большого, крепкой, дружной, веселой семьи, чтобы нежность была и свобода, чтоб друзей не уменьшился круг. Будьте счастливы многие годы и не знайте ни бед, ни разлук. Да, с такими стихами, когда приезжаешь к зрителям, даже к военным, наверное, у всех и мурашки по коже идут. Вот, Коль, ну, еще раз тебя
С Рождеством Христовым. Спасибо, Алексей. И тебя тоже, твоих родных и близких. Да. Всяческих благ и всяческих благорастворений всем. Конечно же, наших телезрителей еще раз мы вдвоем поздравляем с праздником. Вот. И давайте вот радоваться встречам. Пусть это будет праздник, не праздник, будни. Радоваться встречам и стараться, с Господом, кто да, в церковь да, ходит. Да, стараться не замечать плохое. Плохого, конечно, много. С друзьями, но, да, лучше с друзьями, с родными, близкими. Это всегда почаще хорошо. Внимание друг другу уделяйте. Да. Вот, и меньше будет проблем, и больше улыбок. Ну, в празднике, как принято, гостям подарки дарить, наверное. Вот, для наших телезрителей сегодня подарок — это наш гость Николай Перегабриев. Ну, а от меня такой скромный, радость встречи, себе музыкальный подарок. Может, когда-нибудь в своей, как говорится, практике творческой пригодится. Что-то пригодится. Алексей, да. Спасибо огромное. Вот, спасибо за то, что сегодня в праздник уделил нам, нашим телезрителям, свое драгоценное время. Будем стараться, Алексей. Вот. Удачи тебе. У нас в гостях был замечательный человек, актер, человек-аниматор. Трансформер. Трансформер, да. Николай Перегабриев. Вот. И наша программа завершается. Мы с вами прощаемся. Я и ведущий программы «Честь имею» Алексей Краев, наш гость Николай Перегабриев. До свидания, честь имею. Всего доброго.